Друзья, всем привет! Сегодня фикс прайс на Калантай 24, город Санкт-Петербург. Давайте посмотрим, что новенького привезли. И сразу на входе вот такие новые цветные пузырьки. И это зубная паста производства Кореи. Три варианта. А вот это отбеливающая зубная паста. Следующая для профилактики воспаления десен. И еще есть для комплексного ежедневного ухода. Очень удобные такие зубные пасты с дозатором. Я покупаю. Кстати, последнюю брала в чесноке. Там похожие продаются. Очень удобно и детям, и взрослым. Сразу выдавливайте себе нужную порцию на щетку. 200 мл 199 рублей. Тут же следующая новинка. Это энзимная пудра. Это энзимная пудра для умывания. Подходит для чувствительной и сухой кожи. В составе алоэ, папайя, гиалурон. Высыпаете небольшое количество пудры на смоченные ладони, растираете, вспениваете и можно пользоваться. Есть голубая пудра для жирной и проблемной кожи. Тут в составе цинк, инулин, зеленый чай. Производит Китай, 50 грамм, 149 рублей. Есть тут продажи новые женские шапочки. Внутри у них вот такой пушистый меховой флист, есть стразики, есть бантики. Ну, как вариант, мне предложили бантики отпороть, убрать. Смотреться будут гораздо лучше. Есть бежевые, черные, белые, серые, разные. Цена 349 рублей. Переходим в кухонный отдел. Салфетки круглые, пластмассовые. Детские с елочкой ранее я вам показывала. Здесь вот есть новый дизайн, вот такие под мрамор. Цветами тоже показывала. Вот такой вот салфетки не было. Диаметр 38, 79 рублей. Также тут есть те, что были ранее, с елочками. Круглые, блестящие и золотые, красные и серебряные. Они, по-моему, тоже по 79 рублей. Кому не хватило, можно здесь купить. Друзья, вы посмотрите, сколько губок привезли. Я знаю, что вы там затариваетесь, покупаете сразу по 5 наборов. В этом магазине их очень много, так что можно сюда прибегать. Наборы столовых приборов. Тут и столовые ложки, и чайные, и вилки. Всего 12 предметов, соответственно, по 4 штучки каждого. Сделаны из нержавеющей стали. Можно мыть в посудомоечной машине. Цены у нас, к сожалению, пока что не было. Пластмассовые мисочки из достаточно тонкого пластика. Легко гнутся. Объем у них 1 литр. Цены пока не нашла, не было цены. Вот зелененькие, кстати, прозрачные слегка. Наборы пакетов с замком Ziploc. Тут 50 штучек. Объем пакетов 1 литр, в них можно и замораживать, и хранить продукты, можно с собой бутерброды на работу в школу брать. Цена 116 рублей. Есть еще в этом магазине наборы банок в продаже. Тут в наборе 2 штучки, банки 249 рублей. Наборы для уборки, металлические губки разного диаметра и 2 прямоугольные губки. Есть синие, зеленые и красные наборы. Цена не указана. Есть еще тут в продаже органайзеры кухонные, для холодильника, скорее всего, подойдут. У них большой размер, 21,5 на 38, высота 10 сантиметров. Вот 3 штучки остались, 249 рублей. Угловые корзинки в этот магазин также поступили в продажу. Поближе вам покажу, вытаскивать уже в этот раз не буду. 35 на 25 на 40 сантиметров. В составе хлопок, полиэстер, лен, 3 расцветки, 249 рублей. Тряпочки поступили в продажу, салфетки универсальные из микрофибры 30 на 30, в упаковке 10 штук, все желтенькие. Пользоваться можно и дома, и в офисе, и в кухню чистить, и в ванную. Цены, к сожалению, нет, по-моему, 79 рублей они стоили. Вешалки мягкие, набор 2 штучки сюда также поступили. Вот они с поролончиком внутри, 124 рубля стоят. В отделе для ванной новинка 2 массажные перчатки, жесткие они. Наборчик сразу 2 штуки, удобно, обычно по одной продавали. В составе здесь полиэстер, цвета разные, цена 59 рублей. Шторки для ванной есть белые, вот такие в полоску, это ткань. Водоотталкивающая 180 на 180, колечки там в комплекте есть, также серые, розовые шторки, черные нашла, вот такие стильные, например, если у вас такой темный мужской интерьер, есть бордовые, выбор хороший. Кстати, шторы сейчас со скидкой по карте 212 рублей. Также есть полиэтиленовые шторы 180 на 177, они идут без колец. Есть голубые, серые, белые, эти по 199 рублей.
фигурное новогоднее мыло в виде дракончика 39,50. Также сюда подвезли гель для душа, банка в виде елочки, тоже такие нарядные, 79 рублей. Новый гель для душа с ароматом клубники и мяты, 650 грамм, 99. И, друзья, вот такие полезные новинки, светильники для растений. 10 ватт, полный спектр. Вот этот с белым свечением, покажу вам характеристики, изучайте. Думаю, это важно, смотрите внимательно. И есть розовое свечение, красно-синий спектр. Такие светильники 349 рублей стоят. В магазине большой выбор пряжи. Вся, что привозили, все тут есть. Следующая новинка интересная. Вот такие вот резиновые тянучки для детей, для взрослых, наверное, тоже можно назвать. Резиновые тянучки, игровой набор. Можно их завязывать, заплетать, растягивать в узлы, там заплетать в разные фигуры создавать. Сделаны из ТПР. Разных цветов есть эти резинки. Цена 149 рублей. Фломастеры новогодние, 8 штучек, они такие маленькие, толстенькие, коротенькие, 79 рублей. Наборы для яркого творчества, выжигаю по дереву, разные картинки, и в наборе два рисунка, две заготовки. Вот такие есть заготовки в коллекции, можно собрать всю серию. Размер заготовки 23 на 17, выбор большой, цена 149 рублей. Для девочек есть наборы для творчества, можно сумочку сшить, собрать все, что нужно есть в наборе, вот такая красота получится. Можно сшить сумочку в виде оленя, барашка, лисички. К сожалению, по-прежнему нет ценника. Друзья, если знаете, сколько стоит, пишите, пожалуйста, в комментариях. Новинка от Лори – это пластишка теста для лепки. В наборе две формочки и 12 кусочков теста. 99 рублей. В упаковочной бумаге нашла вот такую яркую красоту. Полосатая самоклеющаяся пленка 45 на 100 сантиметров. Яркая, полосатая. Все, что нужно для праздника, 83 рубля стоит. Светильники декоративные, мерцающий фонарь. Работает от 3 пальчиковых батареечек. Их нужно докупить, как обычно, в комплекте нет. 124 рубля стоит. Снежколепы всевозможные привезли по 99 рублей. Есть с Человеком-пауком, есть с Олафом, есть в виде футбольных мячей, всевозможные. Декоративные фонарики есть в продаже. Но это мои покупки. Купила наклейки, думаю, приклеить в лифт на зеркало. Вот такую фольгу 2 метра для упаковки. Еще не разобрали, себе решила купить. И на этом обзор из Фикспрайс сегодня заканчивается. Дальше посмотрим вторую часть из магазина Макси Дом. Смотрите, какая подставка для бутылки. У нас павлин 3990. Полистоун 34,5 на 14 на 18. Такой павлин блестящий. Пробка в виде елочки. Мини-бар вот такой интересный продается. Подставка тут и для бокалов, и для графина, и для стопочек. 3300 стоит. Вот такой вот еще мини-бар тоже с подставочкой. 7 предметов. 1689. Кружки 159 рублей, совами 249, чайная пара 329. Выбор тут, конечно, тоже огромный. Посуды, чего хотите. Кружки 229, вот это такие с детскими рисунками. Минажницы, елочки 27 сантиметров, фарфоровая в коробочке продается. Сколько стоит? 900 рублей со скидкой. 229. Внизу минажница круглая 850. Маленькая, большая 2000 со скидкой. Сахарница стеклянная. 500 рублей тут стоит. 349 вот такая вот. Для печенья формочки 159, 3 человечка, 1,89. Елочки есть, олени 89, снежинки 169, набор трафаретов 160, форма силиконовая 269, для конфеток 149, елка
Так, елка 229, 249, 329 большая снежинка. Друзья, какую интересную штуку нашла. Это из сита, из щипцы. Вытаскивать что-то из такого масла кипящего. Не видела таких штучек никогда. 859 рублей стоит нержавеющая сталь. Какие большие щипцы. 3449. Интересно. Что это и для чего? Креветку доставать. Очень дорогие. 369 рублей щипцы. Такие зубьями. Для сахара. Щипцы 219. Всякие овощечистки. Яйцерезка 319. Смотрите, какая большая. Слайсер. Точилка такая. Огурец, морковку нарезать. Чего тут только нет, друзья. Это овощерезка. Такая большая. Вот опять такая штучка, как в фикс-прайсе. Тут 449. Открывалка 239. Нож консервный 679, 849. Такие тяжеленькие прямо они. Ножницы для зелени 739. Разные ножницы. 770, 550, 2500. Молоток какой интересный. 400. Тяжелый. Досочки маленькие. Сервировочные. Бук. 15 на 7 и на 1,6. 135 рублей. Нашла милые светильники, ночники. Такой вот шарик на ножках. А внутри... кошечка или это хомячок какой-то сидит. 2624. Детский светильник. Теплый свет. Температура 2700. В коробочках продается. Вот такой рыженький есть. А есть еще с кошечкой. Плоский. 2624 тоже стоит. $369 тарелочка. Кружки 329. И как будто бы кто-нибудь скажет, как будто бы это мухи сидели. Ну, похоже, кстати. Салатник 900 рублей. Тоже симпатичная, как будто бы со снегом серия. Тарелки, салатники 600, 470, 650 рублей. Сервиз столовой гуси, 24 предмета, это фарфор, 13 490. Какая кружка огромная, на 670 миллилитров с гусем, 929. Огромная, кто любит побольше, поменьше есть, конечно, тоже, 789.